я этот мастер-класс готовил, знаете, я его вынашивал в голове, да, но я его не озвучивал. Я его озвучивал в индивидуальных сессиях где-то, потому что некоторые люди приходят и говорят: я такой классный специалист, но почему-то меня никто не покупает. Я такой хороший человек, но почему-то, ну, у меня как-то с деньгами проблемы, да. И это не тот мастер-класс, где я буду вам говорить, что, в общем, приходит все само, будь в потоке, там. Это все есть, присутствует, но все равно надо пахать, да. То есть я сам такой человек, я очень много работаю, и я не знаю, как так получилось, но в этом мой кайф почему-то. Я от этого сильно устаю, я на этом зарабатываю, но это все равно, это работа, я не скажу, что это, ну, что ничего не надо делать. Сегодня я вам расскажу, что я делал на протяжении 5 лет, какие ошибки я совершал, и я вам, мы составим с вами такой алгоритм действий, который, скорее всего, вы уже слышали, но это будет немножко с доверчением психологии и немножко про энергии. Я вам буду говорить: вот это надо пахать, вот здесь надо принимать. Вот это здесь принял, теперь нужно, здесь нужно дышать. Здесь нужно, то есть есть каждый этап развития человека в его доходности для того, чтобы он как это вовремя рос. Вы видели специалистов, наверное, там парикмахеры таких очень много, массажистов, вот ремесленников, да, которые поставили цену в 95-м году 500 тенге и, короче, до сих пор 500 тенге, но очередь за полгода записываться надо. Видели, да? Этот человек не может принять деньги в свою жизнь, не поднимает свою ценность, и поэтому у него такая запись, и люди, которые даже могут заплатить, они не могут попасть. Очень много специалистов, которые движутся в низшем ценовом сегменте, и им кажется, что зачем так дорого, у людей денег нету. Да, это самый большой таракан, который есть. Но, здравствуйте. Но если у тебя нет денег, это не значит, что у людей нету. Да? И, особенно люди, помогающие профессии, коучи, психологи, есть энергеты, кто-то тут уже. Им кажется, что, ну, нужно помочь всем. И мне тоже так кажется. И мне раньше казалось, а как же работать с людьми? Как же те люди, у которых нет возможности к тебе попасть? Это такая, знаете, псевдомания величия. Кроме тебя еще много специалистов, которые могут помочь. Но все ковыряются вот тут. Да? Все спасают, стараются быть доступнее, там, хотят быть, работать с большим количеством людей, хотят как-то, в общем, помочь большему слою населения, чем вот он может взять. Специалист он один. Да? В этом твоя уникальность. Тебя больше нет.